Ребят, всем привет! Я рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы с вами тестируем BB-крем. Это вот такой вот BB-крем от Vivienne Sabot. Это производитель Франция. Как вы видите, у меня он в 01 оттенке. Называется он Light Beige. Это светло-бежевый оттенок. Он у меня абсолютно новый, абсолютно полностью запечатан. Я его еще не открывала. Купила вчера в магазине Watsons. По акции стоил он мне 155 гривен. В общем, давайте, наверное, меньше болтать, а больше делать. Что вкратце нам обещают? Во-первых, начну с того, что здесь ничего не указано про SPF-фактор. Объем вот этого тюбика 25 мл. Нам обещают, что этот BB-крем будет адаптироваться под ваш оттенок кожи. Также он будет выравнивать оттенок. Будет глубоко увлажнять и питать кожу. Также он будет маскировать мелкие недостатки. Ну и в принципе все. Также срок годности у него 36 месяцев. После того, как вы ее впервые откроете, можно хранить этот крем еще 12 месяцев и как бы все. Поэтому с сегодняшнего дня идет отчет на 12 месяцев. Дальше уже им пользоваться нельзя. Ладно, открываем. В общем, я раскручиваю. Внутри выглядит вот таким вот образом упаковочка. Масенькая такая там дырочка. Все, в принципе, интересно. Давайте смотреть. Так, текстура. Ну, он не стекает, значит, текстура более кремообразная, я бы так сказала. Так, вот такой вот цвет. Цвет, кстати, достаточно светлый. Я думаю, белоснежкам, всем очень светлокожим девочкам должен подходить хорошо. Вы знаете, я не скажу, что он очень легкий. У него текстура немножечко плотноватая. Запах у него очень-очень минимальный. Практически он вообще ничем не пахнет. Такой слабо выраженный аромат. Аромат такой уходовой косметики, я бы так сказала. Кстати, он достаточно, как бы вам это сказать, плотноватый. То есть он перекрывает достаточно неплохо. Ну, по крайней мере, мою руку он как-то так, знаете, хорошо маскирует, выбеливает, я бы даже так сказала. Ну, не знаю, посмотрим. В общем, тестирую я этот BB-крем первый раз. Я ранее им не пользовалась. Сегодня как раз будет первый мой опыт тестирования вот этого продукта. Я, наверное, уберу волосы и приступим к нанесению. Наносить я буду двумя способами, так же, как и всегда. Извиняюсь за шум, у меня, как всегда, соседи стучат. В общем, это будет увлажненный спонж и кисть Kabuki от Luxe Visage. Я как-то пальцами не люблю наносить косметические продукты, особенно BB-крема, тональные средства, поэтому будем пользоваться вот этими приспособлениями. В общем, я уже убрала свои волосы. Как вы видите, на мне абсолютно нету никакой косметики. Я просто умылась, очистила кожу, нанесла тоник, увлажняющий крем и, в принципе, ничего. На этой стороне у меня высыпания достаточно старые, они не свежие, но они все-таки есть. С этой стороны у меня вот свежий прыщик и вот здесь свежий. Остальное тоже все достаточно старые следы, которые уходят достаточно долго. Но не об этом сейчас тема. В общем, посмотрим, как этот BB-крем справится с моей такой большой проблемой в плане прыщиков. Давайте, наверное, начну наносить. Ой, слушайте, на лице он такой светлый, я прямо аж волнуюсь, подойдет он мне или нет. Консультант меня убеждала в том, что он подстраивается хорошо. Лучше возьмите посветлее оттенок. Тестеров, естественно, в карантин нету, поэтому брала наугад в надежде, что все-таки подойдет. Ну, поехали. Your love is so damn critical, mentally and physical. Screaming just so you can hear. How much I adore you. I want to explore you. Want our souls to collide. With our bodies rewind. Baby, let me show you just what I can do. I can see through the fire. No more pain and no more cry. No more.
Ну что же, я закончила наносить наш BB-крем. Вот так вот получилось. Честно говоря, я расстроена немножко. Очень светлый оттенок. Я прям очень-очень белая, как стена. Мне это не слишком нравится. Я надеялась, что он максимально как-то подстроится под мою шею. У меня шея, в принципе, светлая. Рука у меня немножко темнее, чем шея, но светлее, чем лицо. Как вы видите, этот BB-крем, он даже под цвет моей руки не подходит. То есть он реально для очень-очень светлых девочек. Надо было брать второй оттенок, но... Ну, как-то прогадала я. Да, надо было не слушать консультанта, а хорошо подумать и взять немножечко темнее. Но кто же знал, что этот BB-крем будет настолько светлый? Я вообще не ожидала, честно. В принципе, в нанесении он мне не слишком понравился, знаете, какой-то он такой тягучий, немножко как будто есть в нем какой-то силикон, не знаю, вот какое-то такое ощущение, и вот я смотрю вот здесь вот на участках под глазами, такое ощущение, как будто он лег немножко пятнышками, хотя я и наслаивала, и старалась максимально хорошо все растушевать, как-то неравномерно лег оттенок, ну не знаю, как-то... Может, конечно, на камере это не так заметно, но вот здесь вот как-то больше розового, здесь больше белого. Не знаю, кстати, финиш у него липкий, такой влажный, я бы так сказала. Сильно сказать, что он прям такой жирный или слишком-слишком влажный финиш, нет. Он слегка такой сияющий, но вот липкость есть. Я, наверное, зафиксирую этот BB-крем при помощи пудры. Возьму мою любимую пудру от Evelyn, банановую. Немножечко сейчас насыплю на крышечку. Здесь вот такая вот система. И зафиксируем немножко. Потому что если не зафиксировать, скорее всего, мой макияж очень сильно поплывет. И будет что-то непонятное. Беру обычную пушистую кисть. И похлопывающими вот такими вот движениями наношу. Ну что же, я думаю, пришло время вблизи посмотреть на то, как лежит этот BB-крем на моей коже. Я уже все зафиксировала пудрой, но, кстати, в принципе, ничего не изменилось. Вот здесь вот, как вы видите, какие-то розовые такие пятнышки. Прыщики замаскировал он достаточно плохо. Ну, у BB-крема и должно быть легкое покрытие. Это редко, когда BB-крема перекрывают так, как будто у вас там тональный крем. Поэтому для BB-крема это, в принципе, хорошо. На носу лежит вот таким вот образом. Как видите, немножко скатался и провалился. Вот, взялся складочками. На глазу вот тоже складочки. Это говорит о том, что продукт достаточно влажный и жирненький. С этой стороны я наносила кистью. Вот так вот на носу лежит. Угу. Тоже немножко провалился и скатался вот сюда вот. Перекрыл недостатки достаточно слабо. Но на коже смотрится, в принципе, неплохо. Конечно, мне не совсем нравится то, что я очень-очень белая. Прям как смерть какая-то. Пойду сейчас немножечко доделаю свой макияж. И вернусь к вам через несколько часов, чтобы показать, что будет на моем лице. А затем уже сделаю окончательное включение где-то через 7 часов после ношения этого BB-крема. И уже, собственно, приступим к итогу. Не переключайтесь, смотрите, что было дальше. Делаю небольшое включение. Уже хожу с BB-кремом 2 часа. Пока мои впечатления достаточно на положительном уровне. Вот такой вот у меня легкий макияж получился. Косметические продукты ложились достаточно хорошо на припудренный этот BB-крем. Кстати, с помощью пудры уже абсолютно ушла полностью вся липкость. Лицо сейчас, я бы сказала, матовое. Ну, такое приятное на ощупь. Единственное, что все-таки провалился этот BB-крем в поры мои на крыльях носа и немножечко скатался. В остальном пока результатом я довольна, пока все хорошо. Уже успела немножечко поготовить кушать, поубираться. Ну, пока вроде бы ничего не блестит, пока все достаточно удобно и хорошо. Ну что же, давайте до вечера, посмотрим, что будет уже в конце рабочего дня. Всем добрый вечер, вот наконец-то и я. Напоминаю о том, что сегодня мы тестируем BB-крем от Vivienne Sabo, и на моем лице этот BB-крем пробыл уже 7,5 часов. Вот такой вот результат вы можете на мне видеть. Я сейчас смотрю на себя в камеру и прекрасно вижу, что у меня очень красные щеки, очень красный нос, подбородок.
Могу сказать, что в этих участках BB-крема практически вообще нету, и лицо мое, конечно, блестит достаточно сильно, особенно лоб. Ну, сейчас вблизи я вам постараюсь показать то, что меня немножечко смутило за это время ношения BB-крема, и уже конкретно перейдем к каким-то плюсам и минусам. Так, смотрите, на носу практически вот здесь, вот в этих участках вообще нету нигде BB-крема. На носу, на крыльях носа он уполз. Вот, провалился в поры, скатался немножко. Тут такая же беда. Под глазами он немножечко вот в эту мимическую морщинку западает. Ну, на щеке, в принципе, ничего, за исключением того, что он уже практически везде уполз. Небольшие участки остались. Сейчас покажу вам район губ. Вот в этих вот участках у меня сейчас немножечко суховатая кожа, и как вы видите, этот BB-крем, он уходит к вечеру уже так, как будто там какие-то чешуйки образовываются. Хотя днем, когда я наносила этот BB-крем, я не замечала никаких там сухих участков, не было там никаких ни корочек, ничего. Я перед использованием этого продукта делала себе скрабирование, вроде бы все было хорошо, но вот к концу дня я вижу, что у меня здесь появились какие-то чешуйки непонятные, некрасивые. Так, на носу показала, на щеке вот так вот. Тоже немножечко забился вот в мою морщинку, если видно. На лбу в целом все, в принципе, неплохо, за исключением того, что очень блестит лоб. Ну что же, давайте, наверное, приступать уже к какому-то итогу. Начну я, наверное, с минусов, потому что минусов для меня, наверное, все-таки больше в этом продукте, нежели плюсов. Минус для меня это то, что я не угадала с оттенком, причем очень сильно. Именно 01 оттенок, он очень выбеливает лицо. Вы видели, какая я была прям, ну, очень-очень белая. И это вот какая-то чрезмерная белизна, она заметна на коже. Да, и начнем с того, что вообще текстуру, этот крем, его все-таки заметно на коже, где-то в моих расширенных порах. То есть это не тот BB-крем, который абсолютно не будет виден на лице, нет. Здесь я с этим не соглашусь, его все-таки видно на лице. Не понравилось мне то, что он имеет способность забиваться в какие-то морщинки, в какие-то участки, где у вас что-то расширено, к примеру, какие-то поры расширенные. Не понравилось то, что он немножечко как бы, как вам это сказать, не то чтобы увлажняет, возможно, даже местами где-то что-то он подсушивает. Как, например, вот в районе моих губ, где у меня все было, в принципе, хорошо, сейчас я чувствую какую-то стянутость, видно, что у меня здесь кожа шелушится, как-то не совсем красиво все это выглядит. Да, финиш у этого продукта влажный, но сказать, что я ощущала какую-то, знаете, такую сильную увлажненность, питательность какую-то на своей коже, нет, этого ничего не было. В принципе, носился продукт неплохо, но он совершенно неустойчивый, несмотря на то, что я фиксировала его пудрой. Когда я пошла в магазин и одела маску, чтобы, в принципе, зайти в этот магазин, то как только я вышла через буквально минут 10 с этого магазина, у меня нос уже был вот реально красный, хотя все остальное лицо при этом было в тональном продукте, в этом BB-креме, все вроде бы гладко, красиво смотрелось, но вот красный нос, ну, это, конечно, такой, ну, для меня это лично, наверное, все-таки минус, потому что, ну, вот сейчас такое время, да, когда нужно носить там маску, все такое, и, ну, естественно, особо накраситься этим продуктом и ходить целый день красиво не получится, то есть этого продукта хватит, ну, максимум, наверное, часа на 3, дальше он как-то начнет куда-то вытираться, и это будет не совсем красиво выглядеть. На лбу, потому что его меньше всего я трогала, больше всего, конечно, этого продукта и осталось. В принципе, на лбу он нигде не уполз, ну а остальное лицо, конечно, уже выглядит совершенно некрасиво и не свежо. В течение дня я не припудривалась, матирующими салфетками я не пользовалась, ходила так на протяжении 7,5 часов. В принципе, для BB-крема это, наверное, и хороший результат, поскольку у меня кожа склонная к жирности. Поэтому, в принципе, не все BB-крема мне подходят. Может быть, мне не сильно понравился этот BB-крем, потому что именно по цвету я не совсем угадала и как-то меня это смущало, не знаю. Но пока сказать, что мне очень сильно понравился этот продукт, увы, я, наверное, все-таки не буду этого говорить.
Минус для меня еще то, что SPF-фактора нету. Минус для меня это то, что достаточно маленький продукт, достаточно много уходит на все лицо, чтобы как-то замаскировать мои недостатки, особенно где у меня там прыщики, следы от прыщиков. Конечно, BB-крем не должен перекрывать максимально все, я это понимаю, но иногда хочется, конечно, добавить и замаскировать так, чтобы ничего особо не видно было. Но если именно маскировать в несколько слоев, тогда этого тюбика вам хватит на достаточно минимальное время, и каждый раз выбрасывать по 180 гривен на вот такой вот тюбичек, я думаю, это не слишком будет выгодно, в принципе. Если уже оценивать именно то, как перекрывает и чтобы и сэкономить, то, как по мне, лучше все-таки взять либо Холика-Холика, либо же BB-крем от Maybelline. У этих продуктов перекрываемость немножечко выше, устойчивость, наверное, все-таки немножечко выше, и тюбики по 30 мл, что как бы все-таки больше, чем 25. Какие лично для меня плюсы были у этого BB-крема? Плюс, наверное, то, что он достаточно неплохо, как бы вам это сказать, выравнивает тон лица, выравнивает, в принципе, текстуру, он немножечко, как бы вам это сказать, разглаживает кожу, но недостаточно сильно, так как мне бы это понравилось. Плюс для меня то, что у меня не вызвал этот продукт никакой аллергической реакции, в принципе, какого-то чувства жжения, дискомфорта у меня не возникало, и это достаточно хорошо. Но, наверное, на этом и все. Больше плюсов я, в принципе, не заметила. SPF-фактора нету, цвет не подошел, то, как сидит на коже, мне не слишком понравилось, потому что там, где я распределяла кистью, было достаточно заметно какие-то полоски на лице. Потом пришлось взять бьюти-блендер и немножечко выровнять эти все полосочки. На стороне, там, где я наносила бьюти-блендером, было ощущение, что этот продукт лег какими-то пятнами, проплешинками, я бы так сказала. И лично мне это не слишком нравится. Я, честно говоря, от этого BB-крема ожидала чего-то большего, скорее всего. Ну, собственно, я на этом буду заканчивать свой рассказ. Я надеюсь, что я максимально смогла вам показать и рассказать все об этом продукте. Я надеюсь, что мой опыт будет вам полезным, и вы сможете сделать свой правильный выбор, и самое главное, не пожалеть о нем. Спасибо большое, что были со мной и смотрели это видео. Если вам понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Буду рада со всеми с вами пообщаться. Спасибо большое за просмотр. Всем пока!